Здарова всем, ребята, с вами Кент ПК, и я тот чел, который банит этих 3-2-разистов, ну если точнее, просто читеров. Прямо сегодня очередная серия читер-патруля, и давайте проведем небольшой эксперимент. Давайте, сколько лайков наберет это видео, сколько голды будет у каждого из вас на счету, поэтому максимально ставим лайки и нажимаем на кнопочку подписаться, чтобы она стала серой, поэтому подписывайся, ставь лайк, а мы начинаем. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на сайт Дроп, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Steady Drop — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Ну и конечно же наша любимая рубрика — комментарии от подписчиков. Ребята, в последнее время мне начали много писать сообщений по типу: Кент ПК, почему ты не показываешь, как ты банишь игроков? Ребята, не верьте ему. Так вот, не верьте этому сраному Алану. Сейчас покажу, окей. Хотите увидеть? Ну, пробуем. Сейчас, ребятки, все это увидите. Так, смотрите. Вот это официальная группа разработчиков. Вот она. И в этой группе есть тема в обсуждениях под названием читеры. Вот, смотрите, обсуждение читеры. Вот, видите? И посмотрите на мой комментарий. Вот мой комментарий. Я скинул свое видео, скинул ID, скинул тайм-коды. И все эти люди получат бан. Потому что эта тема регулярно следится. За нее отвечает администрация. И, ребята, не переживайте. Все игроки, которые в этом видео, будут тоже забанены. Короче, я, как обычно, не удержался. И решил в эту рубрику вставить «Кент ПК смотрит видео». Короче, нашел видосик. Сколько зарабатывает Кент ПК? Ну чё, давайте посмотрим, сколько я зарабатываю. 1 миллион просмотров разделить на 1000 и умножить на 6. С рекламы зарабатываю 41 тысячу рублей. 53. Ну, во-первых, меньше, а во-вторых, 30% забирает моя партнерка, которая вообще ничего не делает. И умножить на... Поэтому далеко не такая сумма. Далеко. 87. Это курс доллара в рублях. Так, давайте дальше смотреть. 860. Охренеть, я миллионер. Кент ПК зарабатывает с просмотров на Ютубе. Неплохо, да? Неплохо, теперь да. Посчитаем рекламу видео. Такие как Steady Drop, MyStandOff.ru и так далее. А таким каналам, как у Кента, платят около 15 тысяч. Сколько? А за 30 дней... Охренеть, 15 тысяч рублей? Так, пацаны, кажись, я в этой жизни что-то делаю неправильно. Так, ребята, я решил исправить эту ситуацию. Если мне сказали то, что я могу получать 15 тысяч, я написал своему рекламодателю: алло, чё за хрень? Ты чё мне платишь так мало? Мне сказали, я должен получать 15 тысяч. Ну, я думаю, нормально. Ну что же, смотрим дальше, сколько я зарабатываю. 15 тысяч мы умножаем на... Офигеть, я миллионер. 180 тысяч рублей. Блин, было бы неплохо. Спонсорство. На каком-то стриме Кент сказал, что у него около 30 спонсоров. Не, у меня их примерно 80. Примерно он зарабатывает с них около 35 тысяч рублей. Сколько? Чего? А ну-ка, ну-ка! С 30 спонсоров я зарабатываю 35 тысяч рублей! По всем моим подсчетам, он зарабатывает с них около 35 тысяч рублей. Охренеть! 35 тысяч рублей! Твою мать, вот это я миллиардер! Ну знаете, в чем прикол? У меня спонсорка стоит 50 рублей! И из них берет комиссию партнерка и сам Google. 50 рублей! Охренеть! А чувак посчитал, как будто один спонсор — это 1000 рублей. Я просто в шоке. А зарабатывает ли я со своего канала 255 868? Я что-то делал неправильно в этой жизни. Но Илья, как мне кажется, заслуживает... Да, это много. Этих денег. Я заслуживаю этих денег, но почему-то у меня их нету. У меня даже половины нету. Ну а сейчас будет самый популярный комментарий, то что Кент ПК опять все перепутал. Смотрим. Таких читов никогда не видел. Ребят, я впервые вижу вот такие вот читы. Посмотрите. Ну как это можно назвать словами? Что это? Откуда у него этот скин, мать его, за ногу? Откуда? Короче, пацаны, я опять опозорился, да, хэштег Кент позор, я перепутал, это MP7 Storm, все, больше не буду позориться, постараюсь. Ну и как обычно, сейчас традиция нашего канала, это, ребята, вырубить какого-то читера, госмизинца. Да,
Да-да, погнали, бани читеров, ребята, у меня уже тоже рука чешется. Погнали, погнали, погнали. Вот он, мой подписчик, с АВМ Генезис бегает, никого не трогает. И его убили. Но тут не читер, тут все чисто. Смотрите, сейчас будет самое интересное. И прямо сейчас, в этот момент, моего подписчика убил Люсик! Ах ты, Люсик, ах ты, негодяй! ID 505-00136. Люсик, Люсик, я от тебя такого не ожидал. Так, ребят, если что, это шутка. Не, ну тут явно читер. Ребята, ладно бы один раз, но два раза. Еще и Люсик с невидимкой. Ой, ну все, забаним этого фейка, и он получит вечный бан. Народ, может быть, я чего-то не понимаю, но, пожалуйста, скажите мне, что это такое? Вот он, мой подписчик, бежит, никого не трогает. И вот попробуйте сейчас найти читера. Вот, где читер? Вот это все видео, да, вот это все видео, он бежит. Потом показывает какой-то ID и говорит, это читер. Вот не присылайте мне такое, пожалуйста, это не читер. Скорее всего, это твой друг, который ты хочешь забанить и посмеяться над ним. Кстати, в связи с новыми правилами на Ютубе, никого на Ютубе оскорблять нельзя. Поэтому я буду только ласково всех называть. Сейчас вы, ребята, увидите одну свинюшку, которая целится в пол и попадает прямо в читера. Прямо в лицо, прямо в голову. ID этой свинюшки 430-39258. Но зато, ребят, в комментариях вы можете вызывать как хотите. Поэтому, если вы хотите кое-как назвать читера, можете его называть. Ха, мой подписчик уже назвал, вы видели только что, да? Ха, давайте голову уберу. Вот, увидели, да? Опять! Вот негодяй. Ну все, ты точно получишь бан. ID 430-39258. Пока. Ну а сейчас вы, ребята, увидите еще одного любителя таких прострелов, как некоторые пишут в комментариях. Я не знаю, сколько у них хромосом, но, ребят, если что, это не прострелы. Вот он, мой подписчик, бежит, никого не трогает. Также у моего подписчика есть керамбит, красавчик, красавчик. И сейчас вы увидите вот этого говнюка. Его даже приняли в какой-то клан, а он играет с щитами. ID 537 76014. Я думаю, тут и так всем понятно, то, что это никого нифига не прострел, не бах, а это именно читер. Давайте понаблюдаем за игрой одного замечательного нет человека. Смотрим. Короче, вот этот хороший любитель прострелов целится в пол и сейчас, наверное, по кому-то попадет. Да-да, смотрите. Да вы что? Офигеть! Как так-то стреляет в стенку, по кому-то попадает? Может быть, он читер? Так, смотрим дальше. И посмотрите, рофл у этого читера стата 5-5. Ох ты, нубик, ну и нубик. Так, какой у него ID? ID 212-898-65. Как же у меня бомбит. Каждый раз, каждый день вы мне скидываете этот аккаунт. Ребята, вот я сейчас покажу один раз это видео, пожалуйста. Хватит, прекратите. Блин, а что это за музыка играет? Хулигана. Не-не-не, музыку давайте выключу. Ну, ребят, ну имейте вы совесть. Я все понимаю, но, ребята, ну хватит мне скидывать этого пердедуса. Ну, хватит, реально, ребят, я видел его аккаунт. Да, вроде бы его даже забанили. Потом его даже вроде бы разбанили. Пожалуйста, хватит мне отправлять этот аккаунт, умоляю. Народ, короче, сейчас надо именно ваше мнение. Как вы думаете, это читер или нет? Потому что я без вариантов. Вроде бы он играет довольно-таки плохо для читера. Даже для читера нуба очень плохо. Но смотрите, вот-вот, смотрите, вот бежит чувак с бомбой. Сейчас он попрыгает. Да-да, вот смотрите, вот-вот попрыгал, видите? Что это такое? Я вообще фиг его знает. Но это читер или не читер? Смотрите, у него очень высокие прыжки. Таких высоких прыжков нету ни у кого. Но вдруг это какой-то бустер или какой-то баг? Что это? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Сейчас вы увидите еще одного очень жесткого читера. Это реально жесткий. Посмотрите, посмотрите. Вот он стреляет через стенки. Он залез под карту и убивает всех при помощи ВХ. ID 307-854-25. Ты получишь бан. Вы просто посмотрите на вот это. Так, ага, еще остался второй спецназовец. Я тебя прошу, просто беги, беги. Не перестреливайся с ним. Он тебя убьет, ты его не видишь, он тебя видит. Беги, да куда ты, одна хп, беги, беги, беги. Давай, давай, просто убегай, убегай, убегай. Обхитри этого читера, просто запрячься где-то. Давай, будешь красавчиком. И да, 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 команда спецназа победила. Ну вы тут красавчики, лучшие.
Ну что же, ребята, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк. Ну потому что я 3 часа снимал и еще часа 3 монтировать. Поэтому, пожалуйста, ребята, реально влепите лайк и подпишитесь на мой канал. Ну и самое главное, напишите любой хороший позитивный комментарий. С вами был ваш Кент, а пока, всем удачи и всем пока. Пока-пока.